Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу показать вам небольшое наше путешествие по Узбекистану. Так как мы были там накануне Нового года и в зимний период, я старалась хоть что-то для вас снять. Один из достопримечательностей Ташкента – Ташкент Тауэр, который мы посетили. Как раз шел снег, это было очень красиво, но мне кажется, летом тут намного красивее и более красивый вид. Но зимой тоже неплохо. Также при Тауэре имеется свой ресторан, который крутится вокруг своей оси. Очень интересный опыт, но, к сожалению, мне такой формат не очень нравится, потому что меня немножко мутило, когда мы кружились. Следующий пункт в нашем списке был Magic City. Это что-то вроде Диснейленда, думаю, тут понравится и взрослым, и детям, и тут очень атмосферно и много аттракционов. Также недалеко от Magic City находится Ташкент Сити, который тоже очень интересный, со своими интересными местами и красивым фонтаном, который вы можете посмотреть. Ну и один из самых посещаемых мест в Ташкенте, это, конечно, центр плова. Мне кажется, каждый, кто приедет в Ташкент, обязательно должен посетить это место, попробовать вкусный плов и посмотреть, понаблюдать за процессом. Это очень увлекательно и интересно. После того, как мы провели несколько дней в Ташкенте, мы решили отправиться в Самарканд. В самом сердце древнейшего города Самарканд расположилась настоящая жемчужина – площадь Регистан. Всемирную славу это место приобрело благодаря великолепному архитектурному комплексу.